масса интересных историй, связанных с моей семьей. Ну, во-первых, мы уже 20 лет вместе. А во-вторых, 22 года назад моя прекрасная супруга приехала в южный шикарный город на Черном море. И мы познакомились, мы влюбились. И, конечно же, я сказал, что давай останемся здесь, юг Пальмы. Но она решила по-своему: сосны, Казань, зима. Я все бросил и приехал в этот город. И за эти 22 года я уверен, что это я принес удачу Казани. И наша семья как показатель расцвета нашего города, так и расцвета нашей семьи.